Ребятки, всем привет. Я сам, не. Мне хотел продавец помочь, поддержать. Давай, внутри есть. Я сейчас все пройду, я все покажу. Смотрите, ребят, мы ездили на экскурсию, притом не на одну, и не только в Египте, еще и в Турции ездили. И вот это когда везут на экскурсии, но это развод туристов, по-другому не назовешь, потому что там нас заводят такие магазины, где нам рассказывают цены, которые в 5 раз дороже, чем на вот в таких обычных лавочках, которые находятся вблизи любого отеля. Мы вот вышли, а наш аквапарк находится вот сразу за магазинчиком. Мы вышли, и здесь то, что мы купили на экскурсии, даже не купили, а просто, ну, то есть узнали цену, здесь реально в 3 раза дороже, некоторые вещи дешевле. Дешевле, ребят. Манго, вот такие огромные, бешеного размера манго стоят $1. Просто цена копейки на самом деле. Коралки, которые мы там купили за $7, здесь продаются за 3. Понимаете? И здесь, если поторговаться и взять много, еще и уступят, потому что маски, смотрите, маски мы купили, нам сказали $50 стоит, какие $50, ребят, ну это смешно, и сказали 50% скидки, так как вы приехали, это, и продали нам маску за $25, понимаете? Лохи мы. А здесь нам маску продали за $13. Ласты тоже мне сказали $25. Вот, смотрите, силиконовые ласты. Я себе взял, вот у меня ласты и маска. Я купил себе и ласты, и маску, и чехол для телефона, который там стоит $10, здесь за 2. Просто, ну это смешно. Я не знаю, получится у меня загрузить ролик из GoPro или нет. Он сейчас грузится, но Wi-Fi в отеле очень ужасный. Мухаммед сказал, чтобы его показали, и сказали, что у него самые дешевые цены. Итальяномаркет возле рифа нашего. Ой, не возле рифа, это не риф, это Альбатрос. Риф где-то там. Где риф? Там? Там, да, ближе к морю. А это Альбатрос. Вот мы зашли в первую лавку, которая нам встретилась. И даже идти дальше не надо, потому что, ну, все дешево. Мы купили клубники, купили манго одно, купили ласты. И купили маску. Завтра мы едем на экскурсию, так что нам вторая маска пригодится. Вот, коралки, смотрите, ребят. Обычные коралки, как и я взял. Я взял вот такие вот черные. И здесь они $3. А я взял за 7. Ну, я знал, что я беру дороже. Ну, просто думаю, я возьму, потому что с утра мне нужно идти. А вот это почем? Это $1. Смотрите, ребят, мы $1.50. Мы взяли Ване в магазине сладостей за $5. $1, 5 коробка за 6 коробка за $5. Смотрите, то есть, да, вот я за что говорю, то есть, чек тоже, да? Чек тоже дадут. Есть 300 миллилитров, есть колобатра, есть невертити, есть ищеру. Есть все 300 за $5. Срок годный, свежий. Ну вот, видите. Срок годный. Да, все свеженькое. Ну, а нам, они... 1 литр. $15. $15. А там было сколько? А ну, какого должно быть цвета? Цвет есть черный, есть и свет. Если черный, есть и свет. Оно что разное, да. Ну вот так, ребят, на самом деле, как понять, что там говорят, у нас только качественное, здесь некачественное, вы можете купить только у нас, лицензия, я не знаю, лицензия, ну, если бы здесь продавали без разрешения, полиция давно бы закрыла, в Египте с этим строго, да? Ну вот так. Вот мы, еще... Все магазин $4, не это $2. Да, мы сейчас пройдем, посмотрим. Я посмотрю. Сейчас я специально узнаю. Вот Марина взяла себе сушеный манго, она любит. Есть вот без сахара, а есть с сахаром. Есть сахар, есть без сахара. И то $2, да? Ну, на самом деле, мне кажется, у нас его было бы купить дороже, да? Ты вот берешь... Арафатки, $2. Мы купили $1. Представь. Вот, ни по чем. Ну, на самом деле, ну, это просто смешно. Смешно, какие вот мы на самом деле глупые, ребят, понимаете? То есть, нас повезли на экскурсию, и так они все хорошо рассказывают, прям... Я сотру?
Мухаммад хороший цар. А, вот, это наши русские все писали. Мухаммад лучший продавец, всем рекомендую. Мухаммад хорошая цена на масла. Вот, смотрите, Хмельницкий прошлый год. Да. Да, это гривны наши. Классно. А эти разные сувенирчики, есть почем? Сувенир, есть разная цена, можно выбрать. Угу. Ну вот и по сувенирам нас тоже возили, нам показывали. А папирус? Папирус есть большая, вот такие, $4. Ага. Есть вот такие, $2. Есть вот такие, $1. Угу, угу. Это точно папирус? Точно, не банан? Нет, это папирус, есть фосфор, есть, можно посмотреть, можно сухон? Сколько стоит? $2. Выключайте. Сейчас. А ну. Можно посмотреть? Да, а ну. А, светятся, ребят. Вот, да. Это ключ. А то Нефертити. Вот, ребят. И не надо переплачивать. Банан это, не банан. Выглядит все то же самое. Волокна одинаково. Я не знаю, есть ли смысл переплачивать. Я не вижу разницы. Ну, вообще очень красиво. Ага. Вот. Ага, говорят, типа, если пожмакать, то это. Все целенькое. Лянь. Класс. А ну... где другой? Привет. Мухаммад? Да. Сейчас можно чуть-чуть. Два Мухаммеда, что ли? Так что, а? Это маленькие сладости, да? Все. А вот такие вот, это ж как мы Ване купили, да? А почем мы Ване? За 7? За 7 взяли? За 5. Сейчас спрошу. Вот такие мы Ване взяли вот такую маску. А почем вот такая? Это $3. Ну вот. Это кошмар какой-то. Все, спасибо большое. Спасибо. Шампунь большая, большая, $1.5. Маленький, $1. Тебе маленький возьмем. Тебе надо? Да мне надо, я не могу. Есть вот такие, $2. Есть крем, это ватика, ватика. Есть большая, большая, $3. Не $5, не $7. $3. Супер мини. У тебя есть доллар? Да, есть $1. Вот такой мой, вот такой мой. Сейчас дадим Мухаммеду $1. Да, вот это пусть. Во. Купили шампунь. В номерах маленькие шампуни. Марине не хватает. Все, спасибо. Можно секунд, секунд. Шампунь из Кристен. Шампунь. А, ага. Все. Все, спасибо. Вот так еще он нам подарил. Мы прошло, только что вот подходили, взяли у него клубнику и одно манго. И он подарил гранат Марине, сказал, она очень красивая, и угостил ее гранатом. Ну вот так, на самом деле, ну нет смысла переплачивать. Я понимаю, что это их работа, но когда ты приезжаешь с покупкой из этих магазинов, потом заходишь и видишь, что здесь... Посмотри, все есть. Вот без гранат. Хорошо. Они все. И когда ты приезжаешь домой с вот этой поездки и понимаешь, что ты переплатил в 2, а то и в 3 раза, ну, чувствуешь себя не очень хорошо, потому что тебя надули, по-другому не скажешь. Так что вот так. Мы тоже такие, мы и в этом, и в Турции купили вино за $25, которое стоит 7. И здесь вот купили маску за $25, которая стоит 13. И арафатки тоже по доллару мы купили. Ну, а здесь они стоят по $0.50. Вот так. Вот такая красота. Вот кальяны тоже. Ой, красота, да? Угу. А? Я не знаю. Но тут миска вот потолще. Да? Ну вот эти мне верхушки не нравятся. Какие не нужны? Там вот такие большие стаканы. Здравствуйте. Здравствуйте. Все равно курить его нельзя здесь. Угу. Сувенир много. Ну, сувениры мы еще не уезжаем потом. Ну, попозже. Да. А почем кальяны? Разные цены, по
Ну, большой почем? $35, да? Представь. Спасибо большое. А мы спрашивали там на поездке от 50 и выше. Угу. Так что вот такие вот дела, ребят. Ну, прогулялись немножко, взяли с собой ваучер и все, больше ничего не брали. Ну и маски, и все. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.